В октябре Александр Фарбер обвинил тещу Наталью Белохвостикову во всех смертных грехах. По словам актера, народная артистка разрушила его брак и препятствует общению с маленьким сыном Максимом. Супруга актера Наташа вышла на связь и рассказала, что действительно происходит в их семье. По словам дочери Белохвостиковой, Александр перешел все границы. Фарбер поливает грязью других, а на деле сам ведет себя отвратительно. Он очень вспыльчив, чуть что сразу начинает заходить в гневе, отметила Наташа. Ну и, конечно, расчет. В реальности Алекс кричит на мою маму и выгоняет из ее же квартиры, бьет ногами моего брата. С экрана он обвиняет мою интеллигентнейшую маму, народную артистку России, в том, что она его обматерила. Все, кто знает мою маму, прекрасно понимает, какой это нонсенс. Такое поведение с его стороны явно ненормально. Женщина подчеркнула, что супруг ругался на глазах у сына Максима.